Здравствуйте. Немножко у меня такой вид, ну, то голову я помыла. В общем, мне уже надо подстригаться идти, у меня уже это... Только на бигуди уже можно как-то прическу сделать. Но я вот уже это собираюсь идти подстричься. Сейчас я вам покажу то, что мы купили в Лидле. Надо очки сходить взять, ничего не видно. Ничего, где у меня очки? Ну вот, готово. Сейчас покажу то, что мы взяли в Лидле. В общем, чек 51,50. Видите, вот тут написано 51,50 в Лидле. Вот это все богатство. Вот тут картошка. Это упаковка Кока-Колы. Леша пьет Кока-Колу у меня. Я не пью такой. Я сок пью. Вот. Тут хлеб, тоже Леша такой хлеб ест, я такой хлеб не ем. Ну, в общем, в основном, конечно, Леша опять отличился. Вот это все, вот это я взяла. Я взяла это попробовать, что-то такое новенькое, я никогда такое не видела. Немецкое что-то, мид чоколад. Ну, вот такие печенюшки, но это я их взяла попробовать. А вот это все набрал Леша. Вот эти сладости. Сколько примерно хоть и не стоит. Значит, картошка стоит €99. Ничего себе, как дешево. 5 килограмм €99. В это в Меркадоне мы покупали, почти 3 евро стоило. Ничего себе. Так, потатос фритас. Это вот эта картошка. Потатос €29. Вот это. Леша взял картошку. Будет там покушать. Так, это €29. Взяли мы еще Арена Парагатес, но это песок 89. Я его уже в туалет убрала, что мне смотреть. Так, значит, шампиньон. Шампиньон разных видов. Шампиньон, это, знаете, это грибы. Вот эти грибы, они стоят по евро. Где это шампиньоны? €19. Вот такие пачечки стоят шампиньонов евро. Ну, это грибы. Так, шампиньон. Грибы. Шампиньон. Французские, что ли, они? Шампиньон. Вот, значит, они французские. Потому что по-французски шампиньоны — это грибы. Так. Потому что если бы было по-каталански, было бы сетас написано. По-каталански сетас. Или как-то по-другому. Это по-испански сетас. Мармелада. Мармелада — это вот у нас мармелада. Мармелада. Сируэла. €39. Где это мармелада сируэла? Вот она. Вот. Такой. Мармеладу — это по-испански варенье, вот, из сливы я взяла. Это я себе взяла, ну, это не сладкое, там сахара нет. Себе взяла. Вот, дальше манзана. Манзана — это яблоки. Манзана €29, так, люблю зеленые яблоки, €29. Дальше у нас после идет пепинильо. А, вот это пепинильо. €39. Вот пепинильо это. €39. Пимента рохо — это красный перец. Пимента рохо. И стоит пимента рохо 99 центимов. Дальше у нас идет что? Лимон экологико. €49. И еще дальше... Так, кофрес азурадос. Это вот это кофрес азурадос. Вот это. Вот, это вафли кофрес. Кофрес азурадос 2,29. Томаты маль 1 килограмм, €39. Томаты, вот, где не томаты, вот они томаты, €29. Дальше...
Занаурия экологика. Вот она, Занаурия экологика. Евро 19. Вот видите. Так что мне кто-то тут писал, что а что вы покупаете в Лидле? Типа свое не бережете здоровье. Все, смотрите, экологически чистые продукты. Все, экологика, био написано. Не знаю, мне кажется, очень хорошие это продукты. Так. О, это вот тут вот. Ну, тут пошли это. Нет, это, конечно, все перечислять. Вот, лечо. Евро 18 по 59 сантимов. Евро 18. Авокадо. Где же у нас авокадо? А где авокадо? Спайс микс. Это вот это, наверное, спайс микс, да. Евро 19. Где-то авокадо, не знаю, куда делось. Так, где авокадо? Не, ничего не могу найти. Тут Сипилия Парадентес, это зубные щетки, евро 99. Сейчас покажу. Вот такие зубные щетки купила новые, евро 99 всего. А вот Синта Лома Сердо, вот это, 4,31. Вот это вырезка. Свининка вырезка, 4,31. Мусс де пистачо. А, это шоколад. Мусс де пистачо. Вот. Французский шоколад. Это такой вкусный шоколад. Вообще невероятный. Мусс де пистачо. Евро 99. Ну, в общем, все, видите, такие цифры. Евро 99, евро 39. В общем, вот очень классно покупать. Чудо. А вот бургер мне 4,58, потому что две штуки по две. Вот я их две штуки купила. Это тут фарш, это сердо и вакуно. Значит, курица. И Вася пришел. И Вася вот купили. Вот, Вася, твое. Твое тут, вот, на, смотри. Твое, да? Твое. Вот, кушает он у меня патэ. Кстати, вот он такой вот, как кусочками, когда там мясо, он почему-то не ест. Вот, только вот, чтобы вот как патэ. Ну, патэ это, о, господи, как по-русски-то. Патэ. Блин, забыла. Ну, вот и там такое, как пюрешка она. Вот такая вот. Забыла. Хорошо. Вася, ну и посмотри на маму. Мы там встретили знакомых. В общем, итальянец, он там итальянец, компаньеро у Алёши на работе. И вот он недавно был в аварии, так страшно, ему там 6 штырей поставили, на мотоцикле слетел. В общем, ногу переломал в нескольких местах. И вот у него это. И у него эта жена и говорит, что у них двое кошечек есть. И они их тоже нашли. Тоже взяли. Не купили, а тоже. Две кошечки у них. Девочки. Одна беленькая, другая такая. Такие же наглые морды. Да? Да, Васенька. Так что тут, знаете, тут, кстати. Ну, как бы это считается очень, ну, хорошим таким, как бы, знаком, или вот, что собачку или кошку не покупать, а брать вот именно вот из приютов или вот брошенных. Ну, вообще, тут очень много людей берут. Сейчас очень такая, как мода, что ли. Ну, вообще, это здорово, конечно, очень. Ну, надеюсь, вам интересно. И еще хотела напоследок вам показать. В Меркадоне я купила вот такой крем. Антиедат. Крема Фасиль, антиедат, коллагену и селенол. Коллагену, вот видите, здесь написано. Стоит всего 4 евро.
Нисколько не хуже, чем вот французский тот крем, который Леша мне привез. Эффект тоже вообще шикарный. Впитывается быстро, блеска не оставляет. Тоже, ну, как бы, кожа такая становится, не сухая. Я не знаю, как объяснить. Ну, хороший результат. Я уже пользуюсь неделю. Вот советую, кто, если в Испании живет или приедет вот в Испанию, в Меркадону зайдите, купите. Вот. Антиеда, это вот запомните. 4 евро всего стоит. Вообще такой шикарный крем. Ну ладно, все. Пока. Пока все. Да, Вася. Вот. До свидания.